Лера, я тебя принимаю в свое какашечное королевство. Теперь ты будешь одна из наших родов какашек. Пошел в жопу своими королевствами. Ты же понимаешь, если ты меня еще раз в жопу пошлешь, я с тобой больше в КС ходить не буду. И сразу и обижается. Ну вот просто посмотрите, просто и сразу обиделась. А чё, а в жопу меня посылать не будешь? На этой карте вообще нет. У одного скота вообще он навигатор, где он был. Да, нет, что нам на выпивка? У тебя будет пицца, да? Ну, конечно, как бы без выпивки от банана. Бананы же классные. Я лично не пью, знаете. Я как бы за цветом жизни. Хотя бы осталось для банана. Почему бы и нет? Ну, как-то... Ну, нет. Заткнулись. Все. Потому что у нас сегодня ответственный день. Я вас здесь собрал и выстроил так в полукруг не для того, чтобы вы здесь вот это бубнели без остановки 5 минут уже. Быстро. Все рассаживайтесь по свободным местам, потому что сейчас придет тот человек, который вам всем здесь задницу надерет. Поэтому давай быстро, Чпульк, сядь нормальное место, а не в воздухе! Давай быстро. Все рассаживайтесь. Лера, сядь на нормальное место. Чпульк! А сейчас... Все ваши какашечные королевства попрятали. Все ваши вот эти бананы... Вот эти бр-бр машины попрятали. Лерочка, свои баны тоже спрячь. Отомчик, ты свои углы на карте тоже попрячь. И вы все остальные все попрятали. Потому что... Разрешите вам представить... Я не знаю... Короче, выпрыгивай! И... А как в дырку попасть попало? Здорово. Радужная... Катя, не спрашивайте, почему радужная, потому что все остальные цвета как бы заняты. Стасик розовая, картошка фиолетовая и вот это. Поэтому выбора у нас особенного не было. Радужная. Я просто не смогла определиться, какой мне цвет больше нравится, поэтому мы взяли все сразу. Поняли? Ты правила знаешь, она же с нами играла на одном стриме, и ты тогда даже затащила, поэтому тебе надо что-то объяснять. Это была чистая случайность, я не умею играть. Умеет, стесняется просто навсегда, она у меня очень стеснительная. Все, давайте, погнали, первый раунд. А что делать-то, погоди? Выживать или всех убивать? Давай. Неплохое начало для первой игры. Ой, вы только на нее посмотрите. Пошла она задание выполнять. Ну, надеюсь, то, что она сможет хотя бы немного продержаться и вот выжить. А то как бы... Я же тоже не хочу ее с самого начала кокать. Она же... Девушка моя все же как бы получается. Поэтому пускай поживет пару минут. А потом я ее уже кокну. Так, чтобы Катюха обосралась, надо выключить свет. А вот потом уже, если вдруг кто-то забежит в эту комнату, свет починили, а в эту комнату так никто и не забежал. Так, ладушки, я надеюсь, то, что Отомчик сможет хотя бы кого-то убить. Учитывая то, что Отомчик, ну, кроме как считать углы на карте, он больше ничего не умеет, я, честно, даже не знаю, хороший ли Отомчик предатель, или же... Иди отсюда! Отомчик, иди сюда! Ну так, Лера моя жертва, иди отсюда давай! Если кто-то сюда придет, сразу его кокай, Отомчик. Ага, а пока прячемся с тобой в люк. Где же ходит наша Катюшка? Все куда-то где-то попрятались, бежит Амочка. И чё-то мне кажется, она сейчас 100% найдет трупачела Леры. А если нет... Я тогда выпрыгну и сейчас кокну ее с... Ага, да, все же нашла. Я сейчас вообще ничего не поняла, что произошло. Я тупо делала задание, делала как делала, что смогла. Там свет вырубили, так страшно стало, поэтому я вообще не знаю, что дальше вообще делать. А теперь объясните мне, пожалуйста, Чпуньк, по какой причине, когда выключился свет во время саботажа, ты выбежал из электричества и не починил свет? Потому что я не хочу забегать в электричество один, потому что меня там может кто-нибудь убить и все как бы. Я, честно, я даже никого не видел, поэтому даже ничего сказать не могу. Да почему вы, Чпулька, такие, кто ли, что Чпулька сделал вам? Не, ну,
Я как бы не против самого такого потенциального профессионального игрока, который мог спалить то, что я убийца, да? Да-да, Катюха, мы только что выкинули, поэтому я только за. Ну не хочу я Катю убивать, но она же меня потом возненавидит за это. Так, кокнем Стасика, она самая такая непонятная. Кать, не ходи, пожалуйста, вообще возле меня. Она прям так глаза мозолит, что Кать! Уйди! А вот сейчас мы выключим реактор, чтобы Катюха вообще обосралась от того, что происходит. Нет, ты, Кать, за мной не иди! Ты сюда за мной не иди! Я сам туда пойду, сам сейчас починю реактор, сейчас сам кого-то кокну, если тут вдруг кто-то будет, и если кто-то вдруг... Алло! Давай быстрее реактор чинить! Сейчас вот эти убийцы выиграют, если мы не усмотрим... Вот вообще сумасшедшие. Сейчас бы убийцы победили. Кать, иди отсюда, пожалуйста. Иди от греха подальше. Иди отсюда. Ну, иди отсюда. Не хочется ее убивать, но, наверное, придется. Здесь стоит у нас Амочка, а там Катюха вроде смотрит, что интересного происходит на камерах. Амочка, подвиньтесь на секунду. Ага. И валим, пока Катя из камер случайно не вышла. А Катя вообще собирается из камер выходить и труп репортить или нет? Ну, если нет... Тогда я могу провернуть некую такую схему. Вот примерно такую. А я вот зашел в комнату с камерами, и прямо на входе лежал труп. А Катя все это время была в комнате и продолжала смотреть через камеры. У меня такой вопрос, Кать, когда ты кого-то убиваешь, ты должна в люк хотя бы прыгнуть, чтобы тебя не спалили. Да в смысле? Я просто в камеры смотрела, мне интересно было, они такие прикольные, я в каждую заходила, просто пучила, кто там пробегает, кто не пробегает, какой труп, о чем ты? Сзади тебя в комнате труп валялся. Я за этим наблюдал примерно секунд 7. Ты даже с камер не вышла. То есть ты даже не увидела, что сзади тебя труп был? Конечно, не увидела. Как я могла это увидеть? Я там стояла, пучила. Ну подождите. У нас всегда, Катя, самое главное правило это серый всегда виновен, а желтый всегда предатель, если ты не знала. Кстати, где банан? А, банана нет, потому что банана кто-то кокнул. Осталась только ты, Катя. И как я вижу, у тебя там есть немножечко желтого скина, а? Это не оправдание, я никого не убивала, вы чё? Кто-то где-то что-то видел, я вот только труп зарепортил. Да, который типа я укокнула, да, но это я в камеры пучила, честно вам говорю. Ладно, все хорошо, тогда давайте пропускаем, я не знаю тогда, кто это. Ну ладно, немножко Катюху припугнули, совершенно немножко. Не хочу ее убивать, честное слово, не хочу, но, наверное, придется. Вот как бы мне не хотелось, наверное, придется. Так, сейчас побегу в электричество и буду ждать, пока сюда кто-то забежит, чтобы его здесь же запердохать. Вот, допустим, Хред, который сюда... Атомчик! Да я там шел, много углов было. Ну, даже не понял, кого убил, но главное, что мы выиграли. Ну, это как бы да. Вот слава яйцам куриным, конечно же, то, что Катю не пришлось убивать. Кать, ты не ходи так близко всегда ко мне, а то у меня прям руки чешутся, чтобы тебя кокнуть, честное слово. А я что, знала, что ли, что ты убийца? Я хотела просто тебе ходить махать вот так вот в лицо, вот так вот. Привет. Катя, ты же моя сестра банановая, да? С чего ты это взял? Давай делать вместе. У него все хорошо. Два дебила на мою голову свалились. Так, второй раунд. Да я не понимаю, честное слово, ну иногда бывает такое, что я вообще не убийца, вот прям вообще не везет, а как?
Два раза подряд убийца! Да это невозможно! И опять мне нужно будет себя сдерживать, чтобы не завалить Катюху. Ладно, значит придется. Выключаем реактор. Хрейдушка там бегается. Я же говорю, надо, чтобы Катя поняла то, что Серый как бы всегда виновен, чтобы Катя его тоже валила. Вот это на самом деле вообще одно из моих любимых мест, это вот эти вот джунгли. Сюда 100% сейчас кто-то придет, и я его 100% здесь кокну. А потом сральник свой побегу. Ой! Ну атомчик искал углы не нашел свою смерть. Валим отсюда куда-то вот сюда, свет же выключен, и меня здесь никто сейчас не увидел. Я прям сейчас бегу вот в ту сторону, где находится сральник. И Лерочка за мной подглядывает. Вот и подглядывай. Сейчас надо подглядываешься, Лерочка, и я тебя запердохую в этом сральнике. Только попробуй сюда ко мне зайти, Лен. Уйди. А я же могу кого-то... А кого я убил сейчас через двери? Я там кого-то сейчас убил? А кого я там убил через двери? У меня просто высветилось, что я кого-то убить могу. Кого я убил? Ага, ну я типа выхожу отсюда. А кого я убил? Я кого-то убил? А здесь даже трупа нет. Кого я убил? Кать, кого я убил? Это походу будет каким-то секретом века. Я кого-то убил, но трупа нет. Ага. Только Катя сейчас увидела, как ты, дурак Хрейд, выпрыгнул через вот этот вот люк. Хрейд, ну тебя же здесь не было, Катя это сейчас заметила. Иди ее кокай давай. Катюха, ты это самое, ты меня, я не хочу, но... Хрейд, давай ты, чтобы я этого не видел, давай ты. Давай, Хрейд, да, иди кокни ее, я не хочу свою девушку кокать, давай, Хрейд. А ты баба сопливая. Ну придется, Хрейд, придется. Чё делать? Свалим давай отсюда. Ага. Включаем реактор и ждем. Вдруг сейчас кто-то зайдет в эту комнату. Если нет, тогда мы отсюда сваливаем. Ну, пока что все идет так, как надо. Все по плану. Никаких подозрений я себя не вызываю, конечно. Это Эд меня кокнул, прикиньте, я от него пряталась, он подошел и просто и все, у меня там кил на весь экран написано, ты чё, собака, а? Ты чё, Дуремонда? Так ты же умерла, ты не можешь разговаривать, вы какой Эд тебя кокнул, ты же умерла, Кать! А чё, нельзя что ли говорить? Конечно нельзя, ты никого не должна палить, ты же умерла! Ой. Если это не я, это просто она на меня обидела. Ладно, это я. Ну ты, конечно, лох. А тебе сейчас вообще бандам, Лера. Ага. Спасибо огромное, Катя! И чё это сейчас вообще было, а? Так мы же ей правила вроде как объясняли, то что разговаривать нельзя, когда ты умерла. Чё она разговаривает? Так, ладно, в следующий раз, когда я буду убийцей, я даже не буду думать, убивать тебя или не убивать, я тебя сразу запердохаю. Предательница такая радужная. А вот сейчас надо помочь Хрейду все же, поэтому я выключу свет. Хрейд как бы еще убийцей остался, и возможно он еще сможет затащить, если хорошо постарается. Так, Хрейд. Давай, делаем дела с тобой, делаем дела, да. Стасик, пропердасик, и я надеюсь, то, что никто здесь Хрейда не увидел. Ну вот и хорошо. Реактор пока чинится, я отсюда вот так вот выйду и пойдем вот туда. Главное, чтобы труп не сразу же нашли. Давай, у тебя все получится. Они бегут к трупу, но банан сюда не добежал, потому что дверь я закрыл. Ну давай, ну я тяну время, как могу, Хрейд! А вот сейчас я могу разговаривать, а? Ну я же два раунда назад уже умерла. Можно? Когда ты умираешь, ты вообще не можешь разговаривать, Кать, ну будь уже тихо! А,
Вот знаете, мы сейчас нашли труп толпой, конечно, но у меня все же огромное подозрение на Херейда, потому что он бегает все время с рукой с чем-то и высматривает всех, вот прям люто высматривает. Да, ребят, вы уже надоели, честное слово, вот каждую серию просто меня обижаете, вот серьезно, у меня с каждым днем появляется все больше и больше желания уйти вообще с этого корабля. Во-первых, я чинил саботаж только с Лерой, когда вот трактор срывался, где вы были, я не знаю. Во-вторых, труп мы нашли втроем, где была Лера, я тоже не знаю, вот все. Все, моя защита закончена. Не, ну вы просто посмотрите, как он сразу занервничал. Даже до сих пор что-то в руке он держит и обижается, чтобы от себя подозрения как бы отвести. Не, ну я все-таки предлагаю за него проголосовать. Ну смотрите, ну он же серый. Ну он же серый, ну это все сразу ясно с ним. Ну вот я и говорю, мы его кикнем, и мы выиграем, как всегда. Да ч... Вот, вот, я же говорила, что это Эд убийца, а вы не хотели мне верить, ну. Так ты мне всю игру испортила! Если бы не ты, которая меня спалила, я бы всех перекокал, и мы бы с Хрейдом выиграли, Кать! А вот надо было лучше правила объяснять человеку, который вот почти 2.5 раза сыграл в эту игру, ага. А то, что вот Херейда всегда хорошо обвинять, то, что он серый и банана тоже. Но тогда, когда они вдвоем с тобой в команде, это играет против тебя, потому что их кикают потом, и ты проигрываешь, а ты как... Банана не трогай. А чё? Понял? Банан. Погнали. Это первая и последняя игра, когда ты, Кать, с нами играешь. Так, давайте еще раунд. Ну, на третий раунд кому-то и другому можно дать, чтобы он побыл убийцей. Так. Ключ к победе всегда как можно скорее выполнить задание и защитить Катю. Вот, она как раз-таки сюда сейчас бежала, но успели вырубить свет. Поэтому мы его сейчас быстренько и починим, чтобы никто... не успел кокнуться. Все, расходитесь, я починил уже, прибежали все. А сейчас постараемся спалить предателя через камеры. Я не успел догореть, защитить. А-а-а! Вторая камера, а трупа чела уже валяется. И это вроде здесь находится, если я не ошибаюсь. А кто сюда? Амочка! Банда... Ну вот ты чё, дуримон, это не ямочка. Лерочка, Лерочка. Она у меня на глазах убила братка Катюхи, банана. И потом у меня же на глазах кокнулась в люк. И вот что самое главное, я когда-то перестану путать Леру и Амочку. Цвет, Лера, поменяй, вы похожи как две капли воды. Ты перепутал, это была Амочка. Это не Амочка была, это темный зеленый был, это ты была, Лера. Это Амочка. Кто посмел убить банана? Вы чё, это же мой брат, ну в смысле по цвету похож. Лер, ты не пытайся меня переубедить, то, что я видел Амочку. Это ты была. Голосуем за Леру. Как Лера говорит, клянусь твоей жопой, что это Лера была. Поэтому голосуем за Лерой. Ага. Я вам сейчас всем бан дам. Ага. Но в этот раз бан тебе, Лера. Раз, два, три, четыре, пять, и там вроде 6-й человек. Если Леру мы кокнули, и Лера все же 100% как бы убийца, так у нас все шансы на победу. Кокнуть одного маньяка, и все, и мы выиграли. Но перед этим надо хотя бы одно задание в этой игре выполнить, потому что я еще сегодня вообще ничего не сделал. Камеры. Вот не зря мне нравятся камеры, потому что через них всегда можно... Да раунд же только что начался, я же выбежать еще даже не успел. Возле электричества труп валялся. Так вот, если вы хотите вот как всегда свалить на меня, то, пожалуйста, идите в жопу, я вот все, я ничего им говорить не буду, просто я обиделся, все. Да я же даже еще не успел ничего сказать, я же про тебя даже не упомянул. Так это Херейд тогда! Если ты так возмущаешься, это 100% ты кого-то кокнул. А кто умер-то, кстати, а? Кого кокнули? Артема убили. Ты Херейд, Тотомчика, зарубасосил, признавайся.
Нет. Да по-любому он. Да по-любому. Вот даже Катя уже прошарена. Катя первый раз с нами играет, она всегда... Вот Катя, знай, серый всегда виновен. Голосуем за Херейда. Все, голосуем за Херейда. За Херейда. Вот если это не я, то я покидаю корабль, все. Ага. И это был не Херейд. Если игра еще не закончилась, значит это 100% не Херейд. Иди сюда, Катюх, надо вместе держаться, чтобы Мия или Амочка тебя не кокнули. Только кто из них-то убийца? Так, давай, иди сюда за мной. Иди, Катя, за мной, чтобы тебя не убили, я тебя прикрою, я тебя защищу. Вот! Защитил, ядрить, колотить Катю! Бедный Херейд, а Катя еще гнала на Херейда, это Херейд! А я еще думаю, почему Катя такая прошаренная сразу гонит на Херейда? Так, живите, осталась Мия, я осталась Амочка, я осталась Катя! Если Катя сейчас кого-то кокнет, то она выиграет. Ага, и свет выключился. Ах ты, жопа-то такая хитрая. Кокнула меня здесь, я ставила здесь. Это она сейчас труп зарепортила? Это Амочка. Это не я. Это убийца Амочка, только что возле... Она только что прям возле трупа была, я ее успела зарепортить труп, это она убила. Это не я. В смысле? Я была в другом месте, это не я. Она прям передо мной кокнула человека. Еще и Эда кокнула, а ты посмотри на нее. Ну вот, Мия, ну вот кому ты веришь, а? Я тебе говорю, это Амочка, она прям передо мной кокнула, она прям бац, и все, я в этот же момент репорчу труп. Все, это пипец. Это не я, поверь мне, Мия. Нет, не верь ей, Мия. Жопа-то такая хитрая. Ага, ямочка, вы, ну за как... За кого ты голосуешь, Мия? Ты чё, ей веришь? Где банан? Катя, оставалась одна против шестерых. Да как она всех кокнуть смогла? У меня вопросы большие к Лерочке. Почему ты так жестко спалилась, а? Это кошмар. Мне пришлось одной все тащить. Фу, стресс, дайте пот смахну, подождите. Вот знаете, я ведь сказал то, что если окажусь не я, то я покину корабль, и я все-таки заявляю то, что Катя, ты можешь занять мое место, забрать серый скин, терпеть вылеты из корабля, но Мия, выпусти меня, пожалуйста, я с вами играть больше не буду. Мне все надоело, мне это в аду будет прикольнее. Все, да, а что происходит? Что происходит? Мы его за борт выбрасываем, все, Херейд в открытый космос улетает. Все, давай, Херейд. Чао, всем пока. Давай. Всем пока. Удачи в Турции. Ты смотри туда, Кать, не упади обратно сюда. Хочу. В смысле, не упади? Я ж тебе сказал, не упади, а! Вот и чё вы Катю столкнули, Чпуньк? Я ж видел, что это ты был. Не я был. Это Чпуньк меня столкнул. Ах ты ж собака такая. Чпуньк, выходи в окно прямо сейчас. Иди Катю лови сюда, обратно ее притащи, давай. Я вам скажу, это все Лера. Вот просто... Помните мои слова.